Последний в этом году сентябрьский денек на пороге. Нам остается сказать сентябрю спасибо за хорошую погоду и надеяться, что октябрь также повременит с холодами. Ну а пока узнаем, чего ждать нам от природы в воскресенье 30 числа. Об этом вам расскажу с удовольствием я, Олеся Вайнер. Здравствуйте! Синоптики уверяют, что в ближайшие сутки в стране будет наблюдаться как густая облачность с осадками, так и частые долгосрочные просветы. Местами украинцы вовсе порадуют ясный небосвод. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 15 градусов. Далее детальнее синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 7 до 15 градусов тепла. Ночью и утром здесь ожидаются дожди. Но к обеду осадки стихнут, и небо над Полтавой, Черкасами и Кропивницком полностью прояснится. На юге страны термометры в течение суток покажут от 10 до 19 градусов со знаком «плюс». В этом регионе в основном предвещается переменная облачность. Правда, ночь в Херсоне и утро в Симферополе пройдут под пасмурным небом. Осадков здесь не прогнозируется. 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Так что каждый книголюб может отметить это событие, устроившись поуютнее в удобном библиотечном или домашнем кресле с любимой книгой. Приятного вам времяпрепровождения, а мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2 и 14 градусов выше 0. Ночь в регионе обещает быть холодной, пасмурной и туманной. Однако с первыми лучами солнца серая пелена рассеется, и западный небосвод полностью освободится от облаков. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 4, а максимальная дневная достигнет 13 градусов тепла. Ночью в Чернигове и утром в Житомире опустится туман. В остальное время в регионе будет преобладать переменная облачность. На востоке в этот день также не обойдется без дождей. Местами ожидаются и грозы. Местные термометры в течение суток покажут от 7 до 16 градусов выше 0. Последний день сентября, в день большого православного праздника, Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, Украина отмечает День усыновления. С каждым годом в нашей стране возрастает число семей, желающих взять обделенного родительской лаской ребенка. Спасибо тем людям, чье сердце открыто и наполнено любовью к маленьким украинцам, на чью долю выпало немало испытаний. Здоровья вам, сил и добра! А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов тепла, а днем прогнозируется 13-14. В Северодонецке сырой будет лишь ночь. В Луганске и Алчевске дожди предвещаются с утра и до позднего вечера. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 9 до 14 градусов тепла в полуденные часы. Они будут колебаться в пределах 13-15 градусов. В Славянске дождь предвидится в ночное время. К утру в городе воцарится переменная облачность. Жители Мариуполя зонты пригодятся утром и днем. Донецк будет поливать с утра и до конца воскресенья. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 9-10 градусов выше 0, а в дневные часы от 14 до 16. В Павлограде после пасмурной ночи метеорологи обещают частые просветы. В Днепре и Кривом Роге небо также посветлеет, но уже после обеда, когда дожди стихнут и серые тучи покинут пределы этих городов. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 4 до 13 градусов тепла ночью и утро в Киеве пройдут под ясным небом. К полудню в городе появятся небольшие облака, но ненадолго они здесь не задержатся, без осадков. Вот такая погода ждет нас в воскресенье 30 сентября. Хорошего вам настроения и до встречи в нашей студии.